Имя, фамилия? Да. Я главный государственный строительный инспектор управления архитектурно-строительного надзора Ачилдиев Шараф. Ну, значит, непосредственно вы несколько дней назад проводили рейд по вот этим строящимся новым элиткам, да? И как бы вынесли положительное решение по всем практически. Здесь вы не совсем правы. Uh-huh. Не несколько дней назад, а точнее неделю назад uh-huh. был проведен рейд именно по соблюдению техники безопасности, где без исключения на все строительные объекты были выданы уведомления о том, чтобы привели соответствие с техникой безопасности, которой будет проводиться контрольная проверка по истечению 30 календарных дней. А здесь обрушение произошло именно по этой причине? Здесь обрушение произошло из-за нарушения правил производства работ. За эти данные нарушения несут ответственности это лица прораб, это непосредственно тот руководитель, который осуществляет строительство, технический надзор, который на момент ведения всех этих строительных работ должен был находиться на объекте. Ну, соответственно, с чем будет теперь разбираться и приниматься меры в отношении виновных лиц, установленных виновных лиц. Правда ли то, что на объектах именно вот этой компании строительной «Авангард Стиль» тут еще раз повторите. Вот именно на объектах компании «Авангард Стиль» много строителей падает с объектов. Я узнаю, несколько фактов было. Я не знаю у вас, откуда эти факты, откуда эти данные, но насколько я знаю, что на любой стройке может произойти ЧП, и от этого никто не застрахован. Опять-таки, здесь для предотвращения таких подобных случаев мы проводим мероприятия и выдаем уведомления. А человеческие жертвы есть здесь? Человеческие, насколько мне известно, нет. Подробнее можете сказать, что здесь произошло, что вам известно? Можно смотреть откуда-то сюда, вот посередине. Да. Поподробнее, сколько пострадал техническим? Подробнее, здесь нарушение правил производства работ. Это технический термин, не знаю, вы поймете или не поймете. Но здесь элементарно при ведении работ нарушали сами правила, но которые, опять-таки, на глаз сперва не определили. Естественно, должны прийти комиссионно произвести проверку на соответствие всех выполненных работ. И вот визуально мы видим вот эти вот опорные штучки, они срощены. Говорят, что именно вот эти вот места, они не выдержали, сломалось несколько. Говорят, что на Марсе есть жизнь. Это нарощенные предметы, это строительная техника, которая дает подпорку той или иной конструкции. Я вас слушаю.